Что тут за разборки? Не твое собачье дело. Ого, за что ж тебе так? Не поладил с большим тупым псом. Он сдался. О, зря ты этим хвастаешься, Мурзик. А за базар отвечаешь, мой лохматый друг? Знаешь, что я с вами сделаю? Порву на лоскуты, сверну клубком и буду пинать часами, пока эта игра мне не надоест. А, красота. Было ваше, стало наше. О, что, нарываешься, лупоглазый? Ну ладно, тогда доставайте зонты, котики, потому что прогноз такой: гроза и молнии прямо на ваши морды! Нормально так вас повылезало. Страшные громы молнии обрушатся сразу на все ваши наглые морды! Давайте на счет 3, 2! Чуть не забыл, у меня важное дело в городе! Да. Вот дает, а? Вот нахал. Так, ладно. Простите, что побеспокоил. Извините, но пока! Дюк? Ты за мной? Беги! Это отлов! Отрас! Стойте! Два, 4, 6, 8. Гильермо, завтра увидимся? Без вопросов. 10. Да и пофиг. Да. Ага. Черт, ты это видел? Да не то слово. Рукой бросить слабо? Совсем обленились. Я бы не побежал, я консерватор. Вот спасибо, Дюк. Не люблю я говорить такое, потому что это для нас оскорбительно. Но ты плохая собака. Кэти, это все не понравится. Я не должен попасть в приют. Что? Что это с тобой? Кэти же только что меня оттуда забрала. И если я вернусь, Макс — это конечная остановка.